Ульяновской области пройдет первый региональный лесной форум. Об этом сообщил губернатор Сергей Морозов во время совещания по вопросам лесного хозяйства, прошедшем в Старомайнском районе. Площадками форума станут сразу несколько муниципальных образований. Обсуждается перечень вопросов, которые вынесут на большое совещание. Вот за 2018 год объем отгруженной продукции в обработке древесины и производства изделий из дерева составил 4 700 000 000 рублей. И спасибо огромное. К уровню 2017 году вы приросли почти на 103%. Глава области отметил, что по национальному проекту сохранения лесов в 2019 году области выделено финансирование в размере чуть более 34 миллионов рублей. Это позволит доукомплектовать лесопожарное формирование и создать две пожарно-химические станции в Новочеремшанском и Павловском лесничествах. Кроме того, утверждены все необходимые документы для развития лесной отрасли. Указан губернатор Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова об утверждении лесного плана Ульяновской области на 2019-2028 годы был утвержден лесной план на период действия с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года. То есть все базовые документы лесного планирования у нас утверждены, и ничто не мешает нам качественно работать и выполнять свои полномочия. Губернатор поставил несколько задач перед отраслью, в их числе увеличение заработной платы и борьба с теневой экономикой. Также необходимо заняться восстановлением лесосеменного хозяйства, развитием школьных лесничеств во всех районах и программой озеленения Ульяновской области. Егор Титов, Юрий Конихин, новости дня, Ульяновская правда.